Привет, друзья! Суббота утро. Я не сплю, но и не на работе. А все почему? Потому что сейчас мы с моей подружкой едем в одно очень красивое место, в соседнюю область, на экскурсию. Я уже давно хотела там побывать, она тоже хотела давно там побывать. И вот звезды сошлись, она предложила, я согласилась. Сейчас иду, возьму водички в дорогу, какой-нибудь батончик. И впереди у нас двухчасовая поездка на автомобиле. Это очень круто. Так что сегодня покажу вам немножко нашей прогулочки. Ну все, вот мой вечный спутник в приключениях. Мы выезжаем. Мы приехали. Не буду называть куда, просто это такой комплекс гостиничный, или как, туристично-гостинный комплекс. Очень красиво, спокойно, тихо, очень классно. Интересно, тут можно снимать? Все, можно туда. Такая тут прям территория ухоженная, классная. Там какие-то домики красивые. А там, смотрите, сидят две Будды. Страшно, конечно, но прикольно. Сегодня нам очень повезло с погодой, потому что нет такого солнца сильного, все в таких облаках. И не жарко. Вообще отлично здесь. Можно и фоткаться, и погулять, и воздухом подышать. Все очень красиво. Знаете, как тут красиво? Просто офигенно. Мы сейчас идем искать рецепцию. Платить деньги за вход на территорию. Мы сходили на рецепцию, нам дали браслетики, Инга, покажи. Для того, чтобы мы ходили по территории, мы все оплатили. Кстати, еще дешевле, чем мы думали. Можно везде фоткаться, снимать видео и... Ну, я уже засветила, что это за место, ну ладно. Мы в Черниговской области. Вот это наша карта, где мы можем гулять, а мы сейчас везде будем гулять. Но у нас где-то 2 часа на прогулку, да, чтобы доехать обратно. Вот так. Мы очень счастливы, потому что мы сюда хотели очень долго доехать, и наконец-то мы это сделали. И очень хорошо, что не жарко. Это просто шикарно. Офигенно. Так что полетели с нами, покажем вам красоту. Первая локация, мы заходим на озеро. Тут просто охеренно красиво, ребят. Я не знаю, как вам объяснить, просто тут все ухожено. Красивая территория, красивая локация для фото. Офигенно. Ну и мы счастливы. Прям, оно того стоило. Я всех видела вот эти локации, как на корабле там фоткались, в этих местах. Если мы туда пойдем фоткаться. Возле вот такого отельчика в японском стиле. К лодке пришли. Это мы только 1/3, так сказать, посмотрели. Мне уже, как всегда, жарко. Я вот это выбирать наряды на фотосессии вообще не умею. Ну, каких-то пару хороших фоточек явно получится. Альтанка. Собрались мы на самый верх. Так, этот маленький проход идет. Думаю, мы сейчас с тобой пойдем на лодку. Фоткаться, да? Красиво. Пришли к какому-то красивенному зданию. Очень красиво так. Все беленькое. Ходим еще на одну территорию с фонтаном. Нам сказали, тут фонтан работает, потом не работает. В общем, надо ловить момент. Уже красиво. Фонтан тут такой, который там полчаса работает, полнет, но мы пока попали, что не работает. Но может, нам повезет, и он заработает. Попали, как раз включили фонтан. Класс, а тут еще тоже текут. Фоткались, поснимали видео. Сейчас идем в ресторан покушать.
есть два ресторана, но мы точно ближний, потому что нам скоро выезжать. Перекусим, еще сделаем пару фоточек и погоним. Такой мини-ретрит у нас сегодня был. Ангелина, как тебе? Супер. Жалко, что нельзя материться на ютубе, но у нас только аниматор в голове, потому что это очень-очень круто. Здесь очень красиво по сравнению с теми реалиями, в которых мы живем. Прям так живописно и миловидно. Хорошо? Живую мамочку. В ресторанчике покушать. У Ангелинки греческий салат, у меня цезарь без сыра попросила. Сейчас перекусим, будем бегать домой. Тут уже люди отдыхают. Спокойно, так хорошо. Погода классная. Может, уезжать не хочется. Сейчас я из себя снимаю, как я одна ем. В этом одиночестве. Так, мы загадали желание. Ангелина, в ту сторону будем бросать. Значит, я говорю заклинание, чтобы это все сбылось в ближайшее время с наилучшим исходом для нас. Раз, два, три. Ура! Все, едем домой. Все, покидаем мы Бреччу. Довольно счастливые. Гештальт закрыли. Could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious.